В анапском филиале МПГУ прошел день открытых дверей для абитуриентов. Мероприятие посетило более 100 человек, среди которых были школьники 9, 10 и 11 классов, родители и преподаватели школ. Будущих студентов ожидало много интересного. В ходе торжественной части со сцены актового зала будущих студентов приветствовала заместитель директора по связям с общественностью анапского филиала МПГУ Ирина Селиберстова. Для гостей также была подготовлена целая развлекательная программа. Танцы, песни и многое, многое другое. Студенты с удовольствием делились своим опытом и знаниями с молодыми людьми. Здесь очень активные ребята, мне очень нравится тут учиться. Тут проходит очень много разных мероприятий, мы выезжаем также. Тут есть педагогический отряд пассы, и вообще всем советую сюда приходить. Здесь очень интересно, здесь проводятся различные мероприятия, в которых может участвовать любой человек. Также волонтеры, которые занимаются, помогают людям, и, например, недавно вот ходили, помогали ветеранам. Назвать анапский филиал Московского педагогического государственного университета своей альма-матер мечтают многие, и это неудивительно. Ведь уже 20 лет в анапском филиале МПГУ готовят будущих специалистов в области педагогического и психолого-педагогического образования, дизайна, экономики, управления, информатики. Сегодня в нашем филиале прошел день открытых дверей, он уже не первый в этом году. Вот, участники у нас 10-е, 11-е классы и даже 8-е приехали. Это школы нашего города. Мы вообще нацелены на то, чтобы детям, да, нашим будущим абитуриентам о нашей жизни рассказывали наши студенты. Нам кажется, это правильно. Специально к этому дню студенты анапского филиала Московского педагогического государственного университета устроили благотворительную ярмарку-продажу. Сегодня специально для Дня открытых дверей в преддверии Нового года студенты анапского филиала МПГУ подготовили благотворительную новогоднюю ярмарку. Ребята сделали поделки своими руками, рисунки, декупаж и так далее. Все средства, полученные в ходе этой ярмарки, пойдут в благотворительность. Наш проект «Мы помним прошлое, спасибо за будущее». Учеба в университете – самая лучшая золотая пора в жизни любого человека. С этим трудно поспорить. А учеба в анапском филиале Московского педагогического государственного университета – это действительно нечто большее. Это отличный шанс раскрыть свои таланты. Это лучшие преподаватели города и самые теплые братские студенческие отношения. Носить звание студента анапского филиала Московского педагогического государственного университета – большая честь. Да, мне очень понравилось впечатление. Остались положительными, мне все понравилось, все хорошо. Ну, мне очень понравилось. В будущем думаю сюда поступать. Этот год для нас является юбилейным. Нашему филиалу исполнилось 20 лет, а нашему вузу исполнилось 145 лет в этом году. А в течение 20 лет жители города, Краснодарского края, других регионов Российской Федерации доверяют нам обучение их детей. И мы очень этому рады и гордимся нашими выпускниками. Олеся Давыдова, 39-й канал.